Главная идея гормональной диеты заключается в том, чтобы подавить гормоны инсулин и эстроген, отвечающие за формирование жировых отложений, и активировать тестостерон, адреналин, норадреналин, соматотропин, которые способствуют процессу жиросжигания даже во время сна. Система питания состоит из трех этапов: жиросжигающего – 3 недели, нормализующего – 2 недели и закрепляющего – 2 недели. Все продукты имеют определенную ценность, которая выражается в системе баллов от 0 до 4.0, морепродукты, нежирное мясо, курица, индейка, нежирное молоко – до 2%, зеленые овощи, грибы, 1 ягоды, фреши из овощей, фасоль, 2 фрукты, маслины, рис, греча, морковь, орехи, 3 пшенная каша, сыр твердый и плавленый, кукуруза, черный шоколад, йогурты, соки, 4 мучные изделия, колбасы, жирные молочные продукты. Меню на первом этапе должно состоять из продуктов с ценностью 0. Продержаться 14 дней будет непросто, но зато жир будет гореть и быстро расщепляться. А следовательно, лишние кг будут таить, а ты худеть. На втором этапе меню не должно превышать 9 баллов. На завтрак приходится 4, на обед и первый перекус, по 2, еще один перекус, 1, на ужин, 0. Здесь тебе будет проще. На третьем этапе главная задача – удержать вес, так как уже к этому моменту ты точно похудеешь. К каждому приему пищи, кроме ужина, добавь по 1 баллу. Еще один важный момент – во время гормональной диеты вес порции не должен превышать 300 граммов. И еще пить нужно не менее 2 литров воды в день.